Итак, вот наш объект, второй этаж частного дома, 80 метров квадратных. Так. Так, сегодня немецкий ламинат Торхен. Его особенность то, что он длинный, то есть размеры у него 2 метра, получается, на 192 и 10-миллиметровая толщина. Вот. Ламинат достойного качества, 5G замок тут с пластиковым язычком. То есть размер как под паркетную доску сделан. Сейчас выложим, посмотрим, как он будет смотреться на этой площади. Я думаю, офигенно. Вот. Подложку используем пробку 3 мм. Предварительно заказчиком была уложена фанера на основании. Вот. Отшлифована, выровнена. Так что начинаем работать.